А там вот там есть. Короче, мы ищем китового акулу в Южном Атолле. Сейчас будем запускать дрон. Попробуем с дрона найти, потому что она частенько поднимается на поверхность китового акула. Они все сзади остались. Запустили дрон. На Мальдивах сезон китовой акулы как раз где-то с мая по ноябрь. Питается планктоном, она приходит как раз таки на миграцию планктона. Вот в этом месте, возле острова Бегуэ, сейчас много планктона и... Китовая акула здесь частый гость. Наш гид забрался наверх. А он сейчас будет ловить дрон. Прям на проходе. Пока акулы нету, просто купаемся. Сейчас они его нагреют. Флешмоб! Сейчас прыгнет. Осторожно. Так, вся команда уже готова на старт. Теперь мы выплывем в открытое море. Первый, второй, третий. Все, 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 джамп, джамп, быстро, быстро, прыгай. Ooh.